Загадка древнего Египта. История древнего Египта – одна из самых загадочных страниц в истории человечества. Много загадок хранит эта земля, но одной из самых загадочных тайн древнего Египта – тайна древних иероглифов. Именно от того, что ученые не умели читать древние иероглифы, им трудно было изучать историю древнего Египта. К началу 19 столетия вся работа по дешифровке иероглифов зашла в тупик, и самые авторитетные ученые признавались, что это неразрешимая проблема. Ключ к расшифровке египетских иероглифов нашел 16-летний французский мальчик Жан-Франсуа Шампольон. Надо сказать, что в школе он учился плохо, но очень интересовался древними языками. В 9 лет он освоил латынь и греческий, древнееврейский. В 13 начал изучать арабский, сирийский, халдейский и коптский языки. В 15 лет стал заниматься персидским языком и санскритом. Однажды ему в руки попала газета, из которой он узнал, что один солдат нашел камень с двумя египетскими и одной греческой надписями. Франсуа изучает надписи на камне, находит и исследует царское имя Птолемей и выделяет в нем 7 иероглифов букв. Изучая копию иероглифической надписи на обелиске из храма Исиды, он прочитывает имя царицы Клеопатры. В результате Шампольон определил звуковое значение еще 5 иероглифов, а после прочтения имен других правителей Египта увеличил иероглифический алфавит до 19 знаков. Так Жан-Франсуа Шампольон решил одну из самых сложных загадок, сделал одно из самых невероятных открытий в истории человечества – и проложил путь другим ученым, занимавшимся изучением истории Древнего Египта.